там уже пацанов нет, а нет, своих пацанов мы сидим. Настроение на 100, мы запрыгнули в авто. Вечер будет офигенным, с теми, с кем нам легко. Мы дурачимся на хате, взрослые тут не катят. На полуавтомате запрыгнули на танцпол, эй. И целый час пролетел как минута. Немного мятые из клуба, обветрены губы. И целый час пролетел как минута. Уже не дети, так круто. Мы будем дома под утро. Скажи мне, твоя любимая девочка из Open Kids? Блин, они все такие уникальные на самом деле. Твоя любимая? Моя любимая? Нету такой. Она всегда хорошо работает в кадре. Ей не надо ничего не говорить. Она всегда собранная. Про Бобровскую. Да. Они реально все разные. И для каждой задачи где-то нужна Юлечкина, да, такая самобытность, иногда вроде очаровательная глупость, блондине стать. Иногда нужна включенность Бобровской, иногда нужно там красивые глаза Ангелины, иногда там красивая улыбка Музафарова, иногда, ну, короче, понимаешь, то есть для каждой задачи мне как продюсера, конечно, определить, типа, вот это на 100% выигрышный вариант, да. Чего не хватает нашему проекту? Я думаю, на данном этапе смелости. Чтобы немножко девочки уже вот перешли эту черту. Как с Open Kids в такое вот, и в старшее поколение в Open Girls, да, каких-то таких девчонок. Мам, мы зависли с подругой. И да, нам с ней так тихо круто. Давай чуть посекретничаем. Скажи мне только что поцелуй. Но я тебе хочу сказать, мне захотелось поцеловаться. Как это было? Ну, на самом деле, так как, да, они сейчас очень популярный актер сериала «Школа», я думаю, девочки, которые посмотрят этот клип, они такие, вот бы убить эту Дидковскую, потому что я хочу быть на ее месте. Но на самом деле, хорошо, на самом деле круто то, что он сразу так дружелюбно начал со мной общаться, потому что если был бы какой-то Мороз, я думаю, как-то это было бы не очень по коннекту. Ну, а между нами поцелуй был сладкий? Ну, да. Да? Ну, да. А скажи мне, а что твой парень скажет? Ну, на самом деле, я его примерно подготовила, потому что Алина, наш директор, предложила, чтобы он тоже снялся в клипе. Он сказал, нет, я говорю, ну окей, тогда буду целоваться с другим. Хотя, на самом деле, я не знала, что я сегодня буду целоваться. Он такой, нет, тогда я снимаюсь. Я говорю, нет, все, поздно. Ну, в итоге я поржала, я не знаю, он понял это как шутку или нет, но я все объяснила. Мы артисты, мы нормально к этому относимся. Ну, а он? Что, артист тоже. А артист, он так нормально принимает, да? Ну, посмотрим, я не знаю. Ну, по секрету тебе хочу сказать, Юра, когда я участвовала в любых проектах, он сказал, если ты поцелуешься, твои чемоданы тебя будут ждать за дверью. Ну, это другое дело, ты уже жена. Ну, а если, например, оп, он скажет, слышь, ты с ним подсёмалась, ну, вот иди к нему. Я думаю, он так не скажет, мы помиримся, все нормально. Не нагнетай меня, все нормально! Молодые навсегда, тонем тусим у руля. Все, что с нами происходит, мы уверены не зря. И мы будем вспоминать все крутые виражи на танцполе до утра. Мы будем с тобой кружить, эй. И целый час пролетел как минута. Немного мятые с клуба, обветрены губы. И целый час пролетел как минута. Уже не дети, так круто. Как это получать предложение? Ну, на самом деле, это просто постановочно пока было, но я уже готова там, например, в будущем сделать это все красиво и буду уже готова к этому. Ну подожди, как это ты готова? А в Инстаграме? Амиль, где ты была? Тебе куда предложение сделать? Да, я согласна. Поздравляем! Ну так это же все подводилось к этому, понимаете? Это все было понятно, что в клипе вот мне сделают предложение. Ну а кто он? Ну вот, Ярик, который только что снимался. То есть это он, который делает тебе предложение? Да. Просто в клипе? Да. А в жизни? Он же! А, то есть он в жизни твой парень? Да. Ну, почти. В смысле, почти, да или нет? Да, да. А, он в жизни твой парень. Все. Ты вообще знаешь, что Ангелина сказала, что ты ее парень? Честно, я удивлен. Завидую. Молодец. Давай. Мам, мам, мам.
знаешь, у нас новость. Ангелина сказала, что Ярик ее парень. Ярик? Парень? Да? Смотри, все заговорили. Кто? Ярик? Да, да. Она сказала, я говорю, это твой парень? Она такая, да. Как ты считаешь, Ангелине, Ангелине подходит Ярик? Ярик отличный парень. Молодой, талантливый. Спортсмен. Красивый, воспитанный. Я думаю, что Романовская... Бобровская аж проснулась, смотрите. В смысле? Я не знала об этом. В смысле? А ты в шоке? Ты что, не знала? Ну подожди, в смысле ты не знала? Ну, Ярик это моей няни сын. Ну и очень давно, еще с прошлого клипа я Ангелишу тихонечко свела. Да ты врешь. После стикера мы познакомились с Яриком. Да, потому что мы познакомились с Яриком после клипа стикера. Ярик, тогда. Fight! Ну они просто скрывали давно при этом. Начинает себя чувствовать неловко. Не, подождите, ну типа, мне просто странно, что все знали, кроме тебя. Мне нравился Ярик. А у нас еще есть одна новость. Юлечка встречается с мальчиком уже 2 месяца. Боже, вы сегодня меня убираете. Я нарисовала тупо все в этом видео. Все наши секреты. И такие, класс, просто офигеть. Будешь со мной встречаться? Есть вообще такое? Нет. Юль, а как ты поняла, что ты с ним встречаешься? Мне просто интересно, еще и 2 месяца. Яночка, лично, не публично, ничего рассказывать вообще не буду. Ну почему нет? Ну не хочу. Ну а как это было? Ну расскажи. Блин, так интересно было бы, Юлечка, чтобы ты рассказала, как это. В следующий раз. А первый поцелуй в каком возрасте был? Мне, кстати, интересно. Во сколько ты потемалась? Это серьезный вопрос. Юля, давай! Все ответим, Юля. Все ответим. Лера, сколько тебе было, когда ты поцеловалась? 16. А кто он был? Ага, конечно. Имя, фамилия, адрес, прописка. Не, я не хочу говорить, кто это. Он красивый. Нормально. На самом деле первый поцелуй был не очень. Не очень? Ань. Я не целовалась, честно. Еще не. Ну, с Константином только кажется. Ну, а хочется? Очень. И вот так мне стало грустно, когда Лере дали роли поцелуя. Я, кстати, заметила. Ты потом стала сменёнком? Ты так, такая расстроенная стоишь. Аня, а как же? Ангелиш, ты во сколько потемалась? 17. Красивый? Да. Класс. Юлечка, ну... Ты последняя хочешь быть, на, хорошо, Анечка. 15. Ой. Опа, хороша. Новенькая, готовенькая, так сказать. Юлечка. Я. Ты тоже в 15? Да. Я на ты. О, сейчас. 18. Ну, нормально, да. Наша компания. Я же гимнастка, поэтому. Сейчас у нас из девчонок все встречаются, да? Нет. Ну, я не прощаю. А что ты неткаешь? Кого зовут? Смотри. Мурзик не встречается. И Бобрик не встречается. Нет, я бери. А ты хочешь? Пишите в комментариях. Нет, я на самом деле не очень хочу отношений. Скажи мне, и почему тебе не хочется отношений? Ну, не знаю, мне кажется, у меня не так много времени сейчас на это. Ну, вообще не хочется этих, как бы, я не знаю. Ну, не хочется. Ну, может, я еще не нашла того человека. А песню написала? Песня. Просто? Господи! Ну так песня же про любовь была. Ну песня. Смотри, он переходит. Девочки, мы же подруги. В чем подвох? Не понимаю. Пишешь песни, а отношений не хочешь. Ну, я еще недостаточно, мне кажется, готова. Я не могу так сказать. Как ты поймешь? Ты проснешься и такая, фу, сегодня, мне кажется, я... Как это нет, будет? Нет, ну надо еще больше узнать человека, мне кажется. Нельзя же сразу так начинать отношения. Как ты поняла, что ты готова? Ну,
Это как-то обоюдно происходит, это не то, что я готова, поэтому давай иди сюда, погнали. Ну просто, просто как-то так оно все само, там химия в бутылочке. Короче, я поняла, вот и конец нашего интервью. Мама, мама, завесись, подруга. Да, 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 но всегда дико круто. Мама, мама, буду дома под утро, я буду дома под утро. Мы уверены, что будет отличный книг, будет много.